проводим обход по периметру, смотрим, что, кто, где, кто чем занимается. Вот такая вот группировка. Да. Че, да, куда ты пошла? Пойдем. Валер, ты нормально себя чувствуешь? Ты отмечаешь, да, братишка? Все уже как бы. Все нормально, да? Блять, мы против курения на Думе 2. Вранье все. Вот она, Милена подключилась. Так, ну что, с наступающим... Валер, ну поздравь, ну, нормально. Поздравляю всех с Новым годом, с наступающим. Да. Ах ты тварь! Ну, что пожелаешь, давай, Валер. Пожелаю. Коронку, давай. Хочу коронку. Давай. Коронки — это для зубов. Пожелаю меньше табаку. Так. Вот. Меньше выпивайте, больше работайте, трудитесь, стройте планы, будьте счастливы. Ах ты тварь! Это Mortal Kombat, битва! Опа! Битва титанов! Чего? Мортал Комбат — это плохая тема. О, Витька! Рассказывай, братишка, что ты тут делаешь? А, любовь строит. Да, а с кем? Ты же знаешь. Не, я ничего... С твоей подружкой. Я ничего не знаю. С твоей подружкой строю. Пусть это будет маленькая интрига. Так, что там у нас в женской? Сейчас мы посмотрим. Так, что тут происходит? Девочки! Мы играемся! Александр! Почему вы так близко к Яне? Я все засняла, Тут нифига, гляньте, какая штука. Крутяк. Яна, откуда у тебя такая, Ян? Саша подарил. Он что, ухаживает за тобой? Да, он не ухаживает. О, нифига. Ну, слушай, это прям сенсация. Так, Сика, теперь в мужскую. Ага. Так, кто тут? Что тут? Опачки! Опа, Витальсон, ты чё тут один? Где все остальные? Что тут за... вообще не пойму. Ладно, давай, поздравляем моих подписчиков с наступающим. Поздравляю вас с наступающим. Желаю вам море любви, удачи. Чтобы все ваши мечты сбывались. О, бомба, спасибо. Так, а что у нас происходит на островах? Ага, Катя с колонн, что-то там они... Тусовочка какая-то явно. Юлька белая в платье, в белом. Юлька, я скучаю. Прилетай в Москву. Так, Никита, мне расскажи, что это за произведение искусства просто? Это моя визуализация. Это просто. Мое сердце. Ты сам рисовал? Да, все сам. Нифига, вот это. Сам старался, я надеюсь, что... Вот это крутяк. Все те, кто это увидит. Держать тебя за руки и не отпускать. Так. Я хочу, чтобы ты была всегда рядом. Господи, я еще верю в любовь, мое сердце. Мало тебя. Ну, молодец, молодец. А для кого, интересно? Для... будущей девушки своей. Короче, он заранее, на будущее. Правильно. Надеюсь. Так, ладно, быстренько с наступающим поздравь. С наступающим всех Новым годом, всех подписчиков Тани вообще. Ура! Так, ну что, Роман? Так, дорогие дамы, наступают праздники, я свободен. Давай. Готов к вашим сообщениям в директе, так что пишите, пообщайтесь. Да лучше с наступающим поздравить. И с наступающим встретим. Что ты хочешь пожелать барышням, которые, возможно, будут рядом с тобой? Чистой, искренней любви, чтобы рядом был достойный их мужчина. Поэтому, дамы, welcome. О, Данчик, ты чего? Котик, я со всеми сторисы записала, а с тобой нет. Со мной нет, как всегда, со всеми, но не со мной. Праздник нам приходит, так, да, скоро, уже, совсем скоро Новый год. Уже не за горами. Мы хотим вас поздравить с наступающим, чтобы именно этот год для вас был особенным, потому что 2020 — это уже какая-то магия, мистика. Волшебство. Чтобы у вас везде было волшебство, друзья. Побольше волшебства. Счастья, любви, здоровья, любите и будьте любимыми. Мы вас любим. С вами мы. Так, а сейчас мы зайдем. Кое-куда. Сюда, и это вы... называется салон. И вы офигеете просто. Ага, попались! Так, это... Все переделаны, не настоящие. Вы пишете постоянно мне, что я все переделанная. Нет, друзья мои, Самая натуральная я. Самая натуральная Левченко. Нет, ладно, брянская, врачит, не берем, у нее ночь была с Литой Виной. Аня, ты что пришла? Ой, Яна. Тут есть и Аня, и я. Анечка. Я пропитываю губы. Просто в наше время все так похоже, что... Так, короче, девки, мы вас вычислили. Так,
Так, вот она, моя подруженца, наконец-то пришла. Анечка, ну, давай, ты в шикарном сейчас как раз виде. Поздравь моих подписчиков с наступающим. Подписчики Танюшки, моей самой близкой подружки, поздравляю вас с Новым годом, с наступающим любви вам, здоровья. Ура! Бабла побольше, ура, ура! И шикарных губ. Ян, скажи, как первая ночь с Витей Литвиновым? Хотя не говори, я все вижу, результат налицо. Анька с мясом чисто двигается.